Всем привет, дорогие друзья! Доброго времени суток! А мы сейчас едем на поезде в городе Шахты. Мы закончили учебный год, закончили его хорошо. И отправляемся на летние каникулы. Сегодня нас Москва порадовала прекрасной июльской погодой. Сегодня сказали, что был по погоде, Коля, в Москве, он машет нашим зрителям. Да, летний день был сегодня, 26 градусов было в Москве, а в Подмосковье, говорят, до 27 и больше. Вот, такая погода бывает только в июле в Москве. А потом продолжится уже майская погода, будет около 20 вокруг крутиться и 19-18. Так что сегодня был прекраснейший день в Москве. А мы, как обычно, выкупили целое купе. Старшие мальчики на верхних полках, а малыши с нами, с мамой, с папой внизу. Ага. Нам очень уютно, компания у нас веселая, дружная, настроение хорошее, планы наполеоновские на летние каникулы, да? Мальчики, вы там что, как вы довольны, что закончился учебный год? Да. Рады, молодцы, что едете к бабушкам в гости? Хорошо отучились, старались. Сегодня мама Марфуша объясняла с утра, говорит, мы сегодня вечером ту-ту. И мы с Колей засмеялись, да, Коль? Слово ту-ту. И вот мы едем в поезде, на самом деле. И такое у всех хорошее настроение. Вот. И думаю, что в городе Шахты оно продолжится. Встреча с бабушками, с дедушками. Все нас ждут. Вот. И что они можно пожелать всем? Всем мы желаем благополучно, успешно завершить учебный рабочий год, ворваться в летние каникулы, хорошо отдохнуть за лето, набраться сил, закалиться, отдохнуть, загореть. А ты себя в зеркало показала? Нет. Надо показать было себе. Ой, не надо. Я вся такая растрепанная, взъерошенная. Ну что? Всем пока. Давайте, мальчики, хором. Пока! Пока!